Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте сегодня посмотрим вот такую игру. Путешествие кошаком. Что она собой представляет, поглядим сейчас. Я ее также не видел. Видел только краткий трейлер. Приключения кошака, какого-то рыжего кошака. Че затянули они? Здесь, по-моему, нет ни слов, ни только звуки. Ни перевода, ничего, по-моему, нет. Вот для любителей кошек, как говорится, посвящается. Игра недорогая, по-моему, 700 рублей сейчас она стоит. Но это вроде не финал. Кошаком я играю или кошкой, черти знаю. Ты еще трахни тут, давай ее. Вставай, давай. Вылизывает, да. Черный. Черным надо выиграть. Вот еще рыжий. Он что творит, да, да, да. Прикольно. Интересно, кошка дрищит. Вот поднимется, дрожит. Интересно, будет здесь такой? Разведку пошли. Какой-то бункер тут, смотрите-ка, вот, заброшенный. Апокалипсис. Чё не так-то опять? А, вот. Коробки, что ли, они влюбились бомжатины. Ну я читал, там она вроде не очень такая длинная, но и я думаю, что и в самом деле такие игрушки, они не очень длинные. Ну сделано неплохо. С душой, как говорится. Заставки такие, я не пойму, долгие. В чем дело-то? Все рыжики собрались. Че ты смотришь? Погнали наши городские. Внутри стен. Я прочитать не могу, что тут они накорябали. Наверное, это написано не то есть. Иероглифы какие-то. Ну так, нормально, да? Сделано красиво вообще. 85. Вроде нормальная оптимизация. Посмотрим. Графику я улучшил, резкость прибавил максимально. Посмотрите, картинка какая стала. Обычно ремастеры так делают. Ой, ремиксы улучшают картинку. Я без ремиксов улучшаю. Кошачьё, блин, завыли, блин. Ненавижу их, блин. Воют они у Мартина. Я держал кошек, конечно. У нас кот в унитаз ходил. В унитаз ходил. Теща приучила его в унитаз ходить. Представляете? Не куда-нибудь. Сначала в раковину приучал, потом в унитаз. Как он захочет, на раз его в унитаз. И он ходил, только морда торчит. Ничего себе Кинг-Конг. Вы видели, какую высоту прыгнул? Рыжие бестии. Кем я играю-то?
Выкли, баба этого. Кокошники не видать. Ну, будем считать, что это мужик. Хотя сейчас с нашими, с нашей цивилизацией и оно может быть. О, что это? Тут. Все, пошли. Не, отличная оптимизация, прям вообще нормально так летает все. По крайней мере на моем железе. Железо, ссылки под видео есть там, и железо мое, и все. Ну-ка, я тоже так хочу. По первой стал там летать. Если он не бежит. Нет, яйца не видать. Может быть. Там погнал. Оп, что-то какие-то притормаживания пошли. Нет, 90 кадров. Все на максимум нет. Пресет ультра. Вернее, все, что можно было прибавить. Кыш! А он не дерется никак. Стал быстрее. Опа! Так прикольно сделан, да? Том Райдер. Том Райдер мы играем. Вы видите? Вот кошачье это мешает, блин, как в некоторых играх. Экшен, блин. Стреляешь, они вечно шарохаются. Ползают перед носом. Сейчас свалится кто-нибудь, свалится. Кошар. Мой свалится сейчас, смотрите. Ну, чё, прыгай, кто это стоит? Точно, я же сказал. 9 жизней плевать. Ну, и чего? Помогайте, верёвки кинь. Может, я другим буду сейчас играть? Так они все передохнут, по-моему. Нет? У нас кот из форчики выпрыгнул с 8-го этажа. Выжил. Укол ему потом делали, блядь. Выходился он. Ну, он любил на форчике на первом этаже сидеть, а у нас-то 8-й, он раз и задом зацепился и нахер свалился. Блядь. Смотрите, смотрите, полудохлый он у меня. Ты, блин, кровяные глаза, что ли, у него. О, квас, квас, давай квас побьем. Нет. Застрял он у меня, смотрите-ка, застрял. Мам дорогая. Может выходиться? Должен? Как я играть? Может конец игры? Сравнивать с Гиперпанком. Там в самом деле я видел это. Трейлер там как Гиперпанк. Крысы круглые. Что-то вот заставки больно длинные, прям мне кажется чересчур они немного затягивают. Сейчас оближется, пойдет. О, класс, класс. Ё-моё, все, вообще будет идти год сейчас. Нет, пошел, побежал. Давай. Упсуй. Опа, погнали наш городский. Вот и город, ничего себе. Смотрите, смотрите, кто это? Вы видели, эти как ежи крысявые. Ежи крысы. Ну, запрыгивай. Кошар, конечно. Ничего себе, вы видели? А! Вот это высоты преодолевает. Чего, выздоровел? НЛО, блин.
Как его зовут-то? Немо. Бабка. А собаки будут здесь интересно заметить? Здесь похоже, только кошки выглядят. Ну и чё, чё тут такое? Кислота, кислота, кислота. Ну я говорю, бродилка, эти рыжие бестии тут. Бродить надо и все просто. Что-то сюжет надо. Клобродить, блядь. Что и можно еще кошары делать? Если только приодеть его какой-нибудь, накинуть его что-нибудь. О! Кас. Чё это? Канализация. О, что-то есть, валяет, сейчас мы подберем. Бери. Смотрите, смотрите-ка, блин, ведро схватило эту мерзость мелкое. Молодец. А куда тебе, куда ведро тащили? Воды надо налить, может, налить. Везде активности не поймешь. Ну, вот туда надо бросить эту бр... Ну, ладно, прыгай. Давай. Смотрите, смотрите. Бросай ведро. Ну, бросай ведро-то. Прикольно, да? Мне уже нравится игра. Тебе понравилось. Да по башке. Ну а что, их надо всех? Да плевать, оставь ты в покое. Пес с ними, с этими банками. Вот одну столкнем, да? Да не эту. Куда идти-то, я не пойму. Вот туда прыгать надо, что ли? Куда? Вон туда надо куда-то идти. Может, он по тем трубам? Нет, нет, подожди. Подожди, не спеши. Подожди. Может, он армянин? Армянский кот. То есть спущи. Врач. Так, вот сюда, наверное. Может, еще какие-то приколы будут. Как с ведром. Котяр такой шустрый. Смотрит, смотрит. С кошаком прорисовали, наверное, да? Ага, теперь вниз. Понятно. Понятно. Ну, прыгай. Вот сюда прыгай. Опа, нары. Тюрьма какая-то. Мягко лежит. Что он делает? Смотрите. А может две нажать? Когти, когти что? А может по очереди? Да все. Вот мы и дома. Вот миску пожрать. Попьем, да. Полетели. Что это? Давай садись. Ну так неплохо сделано, так вот смотрите, визуал-то, блин. 90 кадров, отлично так держит. Графика, я бы сказал, не сказал бы вообще дрянь, но... Не ахти, но из 5 на 4, мне кажется, тянет. Так и к деталям есть это отношение разрабов. Не просто пустые тут. Отражение. Какой-то Китай город, что ли, я что-то понять не могу. Где мой шарох? Ёх ты, бля! Смотрите, смотрите, как жаба какая, блин. Давай грызло-то ему вцепимся, блин. Давай. Ну-ка, цепани его. Что это? Я буду озвучивать, да.
Вставай! Блин, прикольно. Думаю, что продолжения будет. Кстати, я хочу сказать, у меня более 800 роликов на Ютубе, так что заходите, смотрите. Я просто начинающий, малоизвестный. И не только игровые у меня ролики. Вообще от игры, наверное, скоро буду отходить. Ничего не выходит, наверное. Смотрите, смотрите, кто это такие. Тараканы какие-то. Ну-ка. Смотри, смотри. Мерзавцы, блядь. Робокоп какие-то мелкие. Оп-оп-оп-оп. Вы видели, я раскидываю их. Смотрите, сколько этих мерзавцев там. Да пошли вы нахер, а? Ублюдки мелкие. Крысы, блин. Смотрите, смотрите, они как мухи на говно. Сожрали, блядь, сожрали. Взяли, сожрали, блин. Я не знаю даже, что тут делать-то. Он бежит, бежит, можно откуда-то запрыгивать. Юлить надо от них, может, от этих плюков, серогорков. Прохождение у меня только на Ютубе, а на все каналы я заливаю. Если вы смотрите на других каналах, переходите, смотрите на Ютубе. Тогда будет проходить. Смотрите, не дают они мне, и все. Сжирают они меня. Что такое, я не пойму. Что за дресня? Они как вот начинают краснеть, так все. Может, в самом деле надо куда-то запрыгивать? Я не вижу, не загорается ничего. Никакие-то запрыгивать. Вот они, эти ублюдки, блядь. Опять вот они, скоты, блядь, мелкие обезьяны, блядь. Смотри, смотри, смотри. Блядь, прям жрут, жрут они, блядь. Все седалище прожрали, блядь. И заново, черт возьми, как назло, блин. Ты смотри, смотри. Котяра аж заорал у меня. Блин, мне уже надоело это реально, блин. Вон стрелки там показывает. Я вот две стрелки-то всего увидел, блин. Эх ты! Слава тебе, господи, хотел яйцам сказать слава. Ладно, бога попросили. Хоть я это не знаю. Ну, чего сюда? Смотрите, это кот какой-то загадочный. Робокоп внутри он. Кошаки, а чего они жрут-то, интересно? Вот этих собак они не жрут, собаки только жрут их. Ну, мяукнуть я могу. Куда идем? Райдер, блин. Причем здесь киберпанк, вообще не понять могу. Одну картинку там сделали. Кстати, у меня такая же картинка, наверное, будет в самом начале. Да плевать пусть будет. Я уже ее скачал, только еще не сделал. Еще назвать не знаю как. Господи, я думал, птица какая-то синяя. Это бутылка. А, вон доска. Котяра такой шустрый. Куклачёва, это кот Куклачёва, блин. Точно, а где Куклачёв? Вот может он ищет своего хозяина Куклача. Кот Васька, блин, Куклачёвский. Что-то они тут уже затянули, по-моему, на братьев, но тут что-то еще. Ну, поехали. Не
надо вот это крутить. Куда идти-то, я не пойму. Интересно, кошка трещит. Так, вот эту бочку надо, наверное, в нее может зайти. Смотрите-ка. Мастерство не пробьешь, как говорится. Да куда ты вылазь нахрен оттуда? Блин, вообще она прыгает, конечно. Котера. Это уж точно, наверное, баба, потому что есть. Кот бы не смог своими кукушками так высоко прыгнуть. Перевесили бы они все равно его. Так, а куда идти-то, я не пойму. Все, я заблудился, черт знает. Так, откуда я пришел-то? О, с той трубой, да? Вот сюда, может? Куда ты? Блин, все, я обратно спрыгнул, похоже, да? Или нет? Отсюда я пришел-то? Я уже заблудился, все, реально заблудился. Он такой. Куда идти-то, я не пойму. Может, как раз мне туда надо было идти. Так, я вот здесь поднялся, вот по этой штуке, да? Зачем вот тут сюда запрыгивать? Просто так? Ух ты. Тихо, не свались опять туда. Я вам хотел туда запрыгнуть, на ту вон, думал, может, туда вот уж. Похоже, вот это какая-то палка. Я по ней шел? Нет. А, вот. Все? Я понять не могу, куда прыгать. Куда вообще идти, я не пойму. Туда он уж точно не допрыгнет. Откуда я пришел? Где эта бочка-то? Да вот туда, наверное, может надо. Шагай давай. И обратно я иду, черт тебя знает. Их ты. Нет, не обратно, значит. Все правильно. Ну-ка зашипи. Вот так вот. Барбусин. Я вот понять не могу, куда он идет, это котяра-то я что-то беспонтово, блин. Куда котяра может поперся? Точно Куклачева, наверное, ищет нам. В поисках Куклачева. Смотрите, кот ученый, все, кот, кот. У меня такое впечатление, что я кругами хожу. Как вы думаете? А? Как будто я кругами тут наяриваю. Может, сюда вот все? В каких-то помойках, блядь, я тут лазю. Вон там шипы. Так, я... Откуда я пришел-то? Пойму. Как свинья вот здесь. Могу понять, что тут. Может, вот сюда? Вот и вы. Кошар-то он на все что угодно тут запрыгнет. Не поймешь, куда переться, но... Уже подбешивает эта вот помойка, бля. По помойкам тут шарохаться. Давайте мне что-нибудь куда-нибудь выковыриться. Ну, ребят, молодцы, с душой сделано, так, все, смотрите так, и стены, да, вообще культурно. Культурно!
постарались. Ну и игрушка-то не дешевый, 700 рублей. Какого кайшка? Их ты. Я просто нажал, я даже не понял, куда, куда надо запрыгнуть. Нечаянно просто нажал кнопку, он сам шмальнул. Блин, а где люди-то все? Это роботы их сожрали, что ли? Че такое? Куда ты? Отлично. Наконец-то какие-то начались. Я говорю, кот ученый, это точно я вам говорю, Куклачевский. Однозначно. А может эту дрянь-то взять надо с собой? Возьмет барбоса. Дресню-то эту. Ну-ка. Как ты запрыгнешь? Плевать, как овчарка, блядь, прыгает. Выбросил. Квартира. Блядь, ненавижу котов за эту хрень. Как начнут писиться, блядь. Все нахер в доме перевернут. Что это такое вот? Что он делает? А, когти, блядь, просто. Точно, когти, нахуй. Мерзость. Ненавижу их, блядь, за эти когти. Давай что-то напечатай, блядь. Что-то напечатал. Смотрите, смотрите. Котяра, давай тут ты мы сейчас загрузим, блядь, игрушку. Вы видели? Рыжий монстр, блядь. Вот, так, а где дверь-то открылась? Вот это? Погодите. Или это? Это вроде, да? Здесь не надо ничего шлепать. Кот ученый. Опа! Ну, поехали. Надо наверх запрыгнуть. Камера, камера светит. Вы видели, что творится? Так, а теперь эту дрянь надо куда-то вставить. И куда ее вставить? Здесь. Смотрите, они везде, эти батарейки-то. Сюда, может? Оп, точно. Вот они везде, батарейки-то. Надо выковырять все. Давай-ка сюда. Ну куда ты поставил ты? Васек. Так, где еще батарейки? Кто-нибудь видит? Я не вижу ни хрена. Может здесь где-нибудь есть? А, вон она наверху. Эх ты, ничего себе, вот эту прыжок. Это последний, нет? Точно. Кот ученый. Какой-то рыбакоп, смотрите, не хватанет он меня за лёжку. Саркофаг какой-то тут. Дрянь вывалилась какая-то. Хренотень. Может ему вот сюда, вот этому бирюку вставить. Че он взял? Че это такое вообще за дрянь? А? И куда эта хренотень прихреначить? Че тут взял-то, я не пойму, че это такое? Барбосин. Смотрите, вот здесь вот, сюда. Точно, ничего себе, блядь. Сейчас он киберпанком станет. Котяра-то.
робот какой-то мелкий. С оплетенными. Вставай! Услышал. Прикольный такой, да? Сейчас он прицепится к тебе, чувствую. Боку. Би, что там, одна вторая? Смотрите-ка, заговорили. Что за ученый-то? Вот он всех загубил. Вот он, B12. Ну все, а тап. А что уж этой кнопки нет? Так ты думаете, что код понимает, что ли, что-то? Опять тап завершит. F. Ну что, ключи я взял, что надо-то? Тупица. Где он, куда он полетел? Это халявчик хочет сесть на меня, наверное. Че? Вставай! Куда он делся-то, я не пойму, барбос-то это. А? Куда ты делся-то, ублюдок? Смотрите, кот у меня перестал ходить. Обезножила его. Слазь нахер отсюда, ублюдок, на. Увидели? Блять, падает. Как накуренный, блядь. Смотрите, смотрите. Что делать-то, я не пойму. С дураком-то с этим. Рюкзак это какой-то. Опа, учусь инвентарь. Ключи. Ключи, ключи, что поливать. Диск, смотрите, там. Жесткий. Ну что это? А, тап. Пошли все отсюда. Доел. Опять он сел. Сейчас он опять не будет ходить. А, нет, сходил. Ничего себе фонарик, блин. Мелочь, смотрите, как дует, ну. Лупит как, да? Мелкая обезьяна-то. Код, видите код? А где у меня? Надо код где-то найти. Код-то у меня вот. Так, нужен код. Может, где-то на стене? Я ничего не вижу за этим фонарем. Вот смотрите, вот этот фонарь, наоборот, ничего не видать. Где я вообще шарохаюсь? Мне этот фонарь только мешает, мне кажется. Так вообще ничего. Кот, вон что-то кот там. Смотрите-ка, за банками надо. Сейчас мы тут разберемся. Ну-ка давай все говнище это. Ну иди давай вперед. Ты че он застрял, этот дурак-то, блядь, у меня.
Ну и так видно. 37-48. Все запомнили. Я нет. Правильно вроде. Все отлично. Тема пошла, тема. Не знаю, может быть здесь. Какую-то бредятину наговорили, киберпанк. Да какой тут нахер киберпанк-то, я не пойму. Куклачёва мы ищем. Вот что тут главная цель. Вот всё это. Я понимаю, роботом бы играли. Кошка робот. А может он будет ещё раз? Ну и чего там такое? Открытый. Интересно, что там, что случилось-то? Робокопы тут начали вспоминания. Дурашлёп этот должен все вспомнить, наверное, скорее всего. Рюкзакет, который. Кое-как. Все работает как положено, как часы. Вон опять эти собаки, блядь. Ненавижу эту мерзоту, блядь. Опять сейчас за мной будут бегать эти сычи, блядь. Да куда ты, блядь, спрыгнул? Все нахер, все. Все, говнище это сожрет. Я говорю, сейчас сразу сожрет. Они, блядь, как и ранее, блядь. Мелочь пузатая, блядь. Натуральные пираньи. Я их держал, знаю, что это такое. Да. Они мясо съедают в секунду. Желудками я их кормил. С ладошку такие лошади, блядь, вырастают. Вон, я вижу, что он должен вот здесь вот подняться на эту штуку и вот запрыгнуть туда. Он почему-то меня не запрыгнул, этот барбос. Да, да бля, он спрыгивает, я вот... Он не запрыгивает на эту, он прыгает черт знает куда, а здесь не может запрыгнуть. Сволочуга, значит не туда идти надо. Кот в мешке, блядь. Здесь нигде не запрыгивает он. Нигде, вот он именно сюда только запрыгивает. Смотрите, смотрите, мешок. Блять, тараканы, блять. Прыгай куда-нибудь. Блять, я не знаю, что тут делать. Вообще дурь какая-то. Да. Может, вообще их сюда не надо? Может, фонарик включить? Может, они фонаря обдрищутся? Козел их, может, сейчас вылезет, да. Здесь нет никаких ходов. Куда идти-то вот, я что-то понять не могу. Вон они уже пасутся, блядь. И все, куда прыгать-то, я не пойму, да. Здесь он не запрыгивает. Передохли, что ли, эти мерзотки, блядь. Смотрите, он бьет их, видать. Котяра-то, блядь. Может, я как-то встаю? Не точно. Осталось тут два башки, две башки, блядь.
Или три. Это как у Half-Life. Натуральный, на говно это лезет там. Ну чё, я не знаю, куда идти. Вообще какая-то бредятина, блядь. А эта дресня так и нападает. Да выключи ты фонарь, ты этот еще включил бесить меня. Да. Может, тут сюда надо было вообще идти? Все в этой херне. Да. Вот они здесь срутся, видать, эти. Мерзопак с ним. Че, нигде не запрыгивает? Ничего не загорается, куда прыгать. Вон они буксуют там, да. Прицепились там. Вот я вот думал, сюда надо запрыгнуть, на эти карнизы, потом в машину, потом вон туда, а потом вообще не пойми куда. Надо хоть смотреть ход найти, куда идти. Понять не могу, куда надо идти. Может, какой-то дыра какая-нибудь пипит. Вон эти крысы-то, блядь. Не все не передохли, видать. Дустым их надо морить. Вон сам запрыгал. Я просто... Я в прошлый раз тоже просто тыкал, и ничего. В прошлый раз я также прям подряд все тыкал. Наконец-то, блядь, переходил. О, смотрите-ка! Блядь, я думал, человек этот рыбак. Посрался, смотрите. Посрался. Тревог какой-то включил, смотрите. Ах ты, блядь, ублюдок, мерзавец. Ты что, не бежишь-то? Не бежит, котяр. Прикольная игрушка. Я думаю, надо будет это продолжение залить. Может, ну, не сегодня, может, завтра. Заинтересовала она меня. Игра... Не сказать, что высшая, но интересная. Куклачёва интересно найти, самое главное. Смотрите, они одеты, как люди оделись. Идёт. Чё надо тебе, вождь краснокожий? Так смотрит, да? Да пошел ты, балдахер. Ублюдок. Давайте на башку его прыгнем и туда запрыгнем, наверх. Сил нет, сразу же выписываем. Оп, на своем чуть подправим. Язык. Языка я чуть не вижу у них. Хранитель какой-то. Ешь никого. Кого тут жрать? Меня тут жрут. Трубадур. Открывай давай этот мешок с говном. Открывай ворота армии, пацан. Черви вылезают. Вот, и дропотяки тут. Главное, главнюк у меня был. Вон они повылазили. Они дрищут тоже, смотрите-ка. Чужие, блядь. Видели кота? Интересно, что дальше-то? Ну-ка, что это такое? Показать предмет. А как надо показать? Момо. Момо. Момо, это из фильма. Момо там был это. Помощник-то.
все вывески неоновые. Ну давайте, я думаю, на этом, наверное, остановимся. Заходите на канал, поддержите меня. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч.